Ребят, всем привет из солнечного Дубая. Итак, поговорим про 5 топовых онлайн-арбитражов поставщиков для вашего Amazon FBA бизнеса. Первый сайт, который я всем рекомендую, это Coles. Вы знаете, у меня есть видео на моем канале, где я рассказываю про онлайн-арбитражи сделки и так далее, как искать, используя OX. Так вот, у них есть 400, там 400, либо там 500 уже сайтов разных. Последний я проверял, было 430, как-то так. Вот, и вы наверняка не знаете, на какой сайт лучше идти, где сэкономить время можно, как быстрее можно найти товар и так далее. Так вот, сейчас я именно это и сделаю. Я вам сэкономлю кучу времени. Я назову 5 наших топовых поставщиков, которые мы используем, начиная с Coles'а. Coles – отличный сайт, где мы находим много хороших сделок, особенно используя их дисконтные предложения, коды. Поговорим также про индивидуальные, так сказать, особенности каждого сайта, плюсы, минусы и так далее. Coles – это первый сайт, опять же, коды, сделки, особенно клиренсы и так далее. Очень важная составляющая онлайн-арбитража бизнеса – это когда вы покупаете товары на сделках, на скидках и так далее. Второй сайт – это будет Blaine's Farm & Fleet. Coles – первый, Blaine's Farm & Fleet – второй. То есть берем OX-ray и сканируем товары именно на этом сайте. Единственная особенность данного сайта, что иногда они не отправляют на бизнес-адрес. И это иногда бывает проблема. На бизнес-адрес, то есть они говорят, что мы не отправляем на бизнес-адрес, дайте нам персональный адрес и так далее. То есть иногда это как бы это такая небольшая трудность, но если вы аккаунт все-таки сделаете там, через VPN и так далее, они часто закрывают на это глаза. Опять же, есть вариант отправлять на свой адрес, потом переотправлять на Amazon напрямую PrepPack. Напрямую пак на Amazon. Но, опять же, кому-то это неудобно, особенно если вы в России и так далее, и занимаетесь этим бизнесом отдаленно. Поэтому проблему это, в принципе, можно решить. Она решаемая, не проблема, но Blaine's Farm & Fleet это сайт, в котором есть очень много хороших сделок, предложений и хороших товаров, в котором мы будем делать высокую прибыль. Третий сайт – это банально Walmart. С Walmart мы находим очень много хороших товаров, особенно в разделе Toys, Home & Kitchen также. Единственная проблема с Walmart, и то это не особо проблема, заказ товаров, платежный метод, но опять же, это все решаемо, гифты, гифт-карточки, вот, также можно заказывать, используя PayPal, вот, не всегда интернациональный PayPal не принимают, но также принимают Pioneer карточку, американскую карточку и так далее, вот, при том же дропшиппинге часто ордеры не отменяются, при дропшиппинге отменяются иногда, при FBA все-таки немножко другая история, поэтому Walmart идеальный поставщик для FBA. Постоянно хорошие сделки, предложения на роллбеки, на клиренсы и так далее. Это очень, ну, как бы такой топовый сайт, который мы все время используем. Четвертый сайт, конечно же, Target. Target.com, аналог Walmart, тоже конкурентники Walmart. Вы знаете, есть Amazon на Америке, ну, конечно же, Amazon самый первый, потом Walmart, потом, наверное, будет Target уже. Target и eBay, вот они вот делят там 3-4 место где-то по обороту в Америке. Можно, наверное, eBay, а потом уже Target. Но Target тоже такая вот, такой магазин, который очень популярный, потом, наверное, Home Depot уйдет в Америке и так далее. То есть везде магазины есть, везде есть предложения и так далее. Target хорошие товары, особенно на купить 2 там за 30, 2 за 50, то есть rollback section. Все время смотрите rollback, дисконты, скидки, очень важно, там мы находим очень много наших товаров, это разница между 15% маржинальности до вплоть до 25%, да-да, так и есть, ребят, поэтому очень делайте акцент именно на такие товары, на такие сделки, на такие предложения. Четыре сайта. Пятый сайт, последний, это Barnes & Nobles. Barnes & Nobles – это сайт, который в основном занимается книжками и игрушками. Там у нас очень много предложений в плане раздела книжек, books. Опять же, можно купить книжки недавно за, там, за $10, которые продаются за 24-25 на Амазоне, то есть сделать довольно-таки неплохую прибыль до 20%. Поэтому я всем рекомендую Barnes & Nobles. Очень легкая оплата у них. Насколько помню, до сих пор принимают PayPal, интернациональный, любой, поэтому всегда использовали и будем, в принципе, использовать. Также есть на них кэшбэк, как, в принципе, и на все сайты, которые я сейчас назвал. На Coles есть, на Blaine's Farm & Fleet есть, на Walmart, и есть вообще гифт-карточки, можно еще денег еще больше сэкономить. В принципе, это 5 топовых поставщиков, про которые я хотел вам сегодня рассказать. Еще раз назовем все сначала. Это Coles, Blaine's Farm & Fleet, Walmart, Target и, конечно же, Barnes & Nobles. Используйте данные сайты, сохраняйте время, то есть не тратьте время впустую, сканируя там все сайты, которые OX-ray поддерживает. Мы используем также много разных других сайтов, там и kitchen сайты всякие, там и тот же самый там Lowe's, Overstock, eBay, куча сайтов, где мы берем товары, но именно эти 5 сайтов, где мы находим большинство наших сделок и очень много хороших предложений. Поэтому надеюсь, вам это видео помогло. У меня в ссылке в описании есть мой Amazon FBA курс.
базовый. Также есть ссылка на инструмент OX, на который можете подписаться. И не забывайте смотреть мои туториалы, мои видео, как искать правильный товар, используя OX, также на моем YouTube-канале, ребят. Все для вас. Подписывайтесь, ссылки в описании, телеграм-канал, чат и так далее. Пишите вопросы общие туда, используйте нашу Facebook-группу и обязательно задавайте вопросы по данным видео. Я всегда возвращаюсь и всем лично отвечаю, когда у меня есть время. Все, всем спасибо, ребят. Еще раз хорошего вам настроения и увидимся в следующем видео. Пока!